У квітні цього року мені пощастило познайомитись з надзвичайно цікавою людиною. Валерій Соловйов брав участь у конференції, присвяченій космонавтиці. Тоді не тривало інтерв'ю. Валерій Васильович розповідав про літопис, який веде після виходу на пенсію. Адже багато фахівців, чий внесок у розвиток космонавтики та авіації є значним, залишаються за лаштунками історії. Цю несправедливість і намагається виправляти Валерій Соловйов, льотчик-снайпер, який багато років присвятив морській авіації. Як і більшість хлопчиків свого часу, Валерій Соловйов мріяв бути, якщо не космонавтом, то льотчиком точно. Дитинство його пройшло у Підмосков'ї. Сироту виховував дід. Зайвих грошей в родині не було, тому вступ саме до військового вишу був неминучим. В інститут пойти було. Там треба було як-то якесь матеріальне забезпечення, одягати мене, кормити треба було. Ви ж розумієте, що такий інститут, навіть в то время. Вот. А воєнне училище, воно мені дало ось цю форму. Вот. Научила меня дисциплине, хотя я и так был вроде бы дисциплинированный. Дальше кормила прилично, сначала по летной, потом по реактивной норме. Вот это в основной была идея. Ну а профессия летчика вроде была престижна. Полетел Гагарин в космос 61 год и дальше остальные космонавты. Все мальчишки мечтали быть или космонавтами, или летчиками. У 1968-му Валерій Соловйов закінчив Сизранське військове авіаційне училище. У 82-му – Пітерську, тоді Ленінградську військову академію. У 88-му – вищі академічні курси командного складу військово-морського флоту. Загалом професії віддав 32 роки. Служив у ВМС Чорноморського флоту на півночі. Бойову службу ніс у Середземному морі, Атлантичному та Північному льодовитому океанах. А останні 9 військових років прослужив в Миколаєві у 33-му центрі бойової підготовки. Находясь в вищій степені бойової готовності, в першому ешелоні причому, літав у непосередньому соприкосновенні з настоящим противником, делая то, что и на войне, за исключением применения боевого оружия, хотя готов был его применить по команде, в том числе и ядерное. Валерій Васильович пам'ятає найменші подробиці своєї служби. Він виконав 1926 посадок на палуби авіанесучих кораблів, збудованих, до речі, в Миколаєві. Это вертолетоносцы Москва, Ленинград, авіаносец Київ. Ну, кроме этого, с других я не летал. А кроме этого были изготовлены Новороссийск, вот, Минск, Баку и адмирал Кузнецов, который сейчас находится единственной в строю. Также летал с кораблей, которые изготовлены были на заводе имени 61-го коммунара. Это большие противолодочные корабли проекта 1134 «Буки», «Николаев», «Очаков», «Азов», «Новороссийск», «Таллин» и «Владивосток». Авіація – військова еліта. Важка справа – підняти у повітря та вдало посадити апарат. А зробити це на палубі та ще й під час руху корабля – складніше в рази. Корабль, у нього площадка от, на одиночних базірних кораблях 10 на 10, 10 на 15 метрів. На Москві-Ленинграді 75 на 35. На площадках нарисован круг. Большой – 10 метрів, маленький – 3 метра. І от в этот маленький круг – 3 метра – вертолетчик должен произвести посадку, чтобы передние стойки шасси были на переднем обрезе круги, задние на заднем. Потом море, оно не всегда спокойное. Больше штормит или имеет сложные повышенные баллы. Бывают сложные метеоусловия. Вот. И палуба ходит влево-вправо, вверх-вниз. И если летчик не уловит посадку, а палуба пошла вниз и не произойдет, то его может просто отбросить. Вот. А аэродром – это полоса 3-3,5 тысячи метров, шириной от 50 до 70 метров. И кругом огни подхода, приближения, радиостанции установлены. А здесь одна точка, особенно ночью, она движется, его сразу и не видно. Ни корабля, ничего, только идешь по прибору. И подходишь где-то километров на 5, тогда только замечаешь. А где-то 2,5 уже начинает просматриваться освещенная только свет какой-то, только площадка. За час служби постійно трапляли ситуації, які виходили за межі звичайних. Як правило, відбувалося це у повітрі. Тоді рішення треба було приймати дуже швидко. У нас є така інструкція по производству. Много, наверное, штук 50-60, в зависимости от типу літака. Особих случаях. То-то отказало, то-то отказало. Вот. У мене були, ну, какие серйозні случаи. Ночью
при выполнении полетов с авианосца «Киев» на севере на высоте 1200 упало полностью давление масла в редукторе. Это 6 минут полета, и у меня вертолет развалится. Отлетят лопасти, развалится без масла. Вот. Ну, опыт большой, уже командир полка, проанализировав ситуацию, я посмотрел, температура не растет, значит, масло есть, оно должно резко расти. Пришла мысль, что, значит, что-то выбило АЗС, а у нас такие вот целые планки включали это автоматы защиты сети. Я так рукой раз их все, заработало. А это штурман, свой портфель, здоровый баул, ставил и нечаянно углом задел. В общем, ситуация неприятная, уже думал, как, где садиться и буду ли жив. Ця історія, незважаючи на можливі наслідки, скоріше курйозна, на відміну від ще однієї ситуації, яка трапилася у Середземному морі. Тоді вертолітники шукали іноземний підводний човен, про який доповіла розвідка. Пошуки тривали вже кілька діб. Три четверки вертольотів. Вот, ми четверками їх іскали. І щоб іскати, треба завісти на висоті 25 метрів. 25 метрів висиш, а під тобою вода отак от становиться чашею. І волны сплошные, как кипит вот она. Потому что от винтов поток сильный. Вот. Мы взяли, у нас уже топливо подходило к возвращению на аэродром. Лодку взяли, трое суток искали с корабля. Нам команду держать, к вам вышла группа дополнительная. Они перепутали нашу группу с другой, которая была в противоположной стороне. И пошли к ней. Пока они разбирались, у нас у всех загорелся аварийный остаток топлива 180 литров. А на вертолете это 15 минут полета. Причем у меня у первого загорелся. Нам сказали, держать идет корабль к вам. Ну куда держать? 15 минут полета, штурман по локатору смотрит. Командир, 50 километров. Ну 50 километров мы как раз успеем долететь. Вот, в притирку. Пока разобрались туда-сюда, у всех загорелся остаток. Нам дали команду уходить, подходим к кораблю. Вам на второй круг. Запрещаем посадку, еще сделать круг. Это 15 минут полета. Я в открытый в эфир говорю, товарищи, у меня ведро керосина. Понимаете? Ну, меня сразу первую посадили. И пока тройка заходила на палубу, у меня остановились двигатели. Еще минута, наверное, и я бы приводнялся в воду. Найсерйозніша операція на воді, в якій брав участь Валерій Соловйов, порятунок радянського атомного підводного човна К-19. Цікаво, що корабель постійно потрапляв в аварії, за що отримав псевдоім'я Хіросіма. Човен був спущений на воду у 1959 році, і в 61-му сталася перша аварія правого реактора. Валерій Васильович брав участь у рятівній операції 11 років по тому, коли на К-19 знов сталася пожежа. Північна Атлантика, кінець зими, лютий, холод і шторми. Мы находимся в Средиземном море. Два больших противолодочных корабля Северного флота находились поближе, они подошли первые, но там лодка всплыла, вот, оставив 10 человек, которые заглушили реактор и выполнили все задачи, в общем, погибшими. Всплыла, полностью она всплыть не могла, берегла воздух для продувки цистерн, чтобы всплывать дальше своих. Вот. Те поработали экипажи, но шторм был 9 баллов. 9 баллов. Она как спичка. Оказался там сухогруз, с него спустили катер, который не мог подойти. Не мог. Нас вызвали, мы были на вертолете 20 Ленинград в Средиземном море, на полном ходу. Мы шли туда, пришли. Там уже ребята кое-что поработали, море успокоилось. Пришли, опять шторм не менее 8 баллов. Палуба вертолетоносца в корме 8 метров. На баке, в носу, бак называется на корабле, 11 метров. И эту палубу заливает водой. Ветер дикий, не позволяет. Нам разрешалось летать при встречном ветре 18 метров в секунду, а там где-то 28. Но люди гибнут, надо их спасать. Вот, развернули корабль уже по ветру и за счет хода уравняли, но летали в дичайших условиях. Когда зависли над рубкой, первые наши вертолеты, там практически, ну, ее не видно было. И она взрывалась полностью. Вот. Но мы начали летать, начали зависать, начали туда, во-первых, разные там фонарики, кислородные приборы, завели им канаты, значит, шланги для продувки цистерн, обеспечили более-менее, кое-кого заменили экипаж, привозили 4 раза в день пищу им. Буксирные тросы, вот такие вот толщиной, как микрофон, рвались стальные,
Тогда взяли такие канатные тросы, а он высокий, он очень тяжелый, он весит, наверное, 800 кг. И его на внешней подвеске, а вертолет в то время для внешней подвески был не приспособлен, мы на держатель торпеды, на замок торпеды его подвешивали в бухту и заводили туда. Потом оторвались буксир на лодке. Как ее буксировать? Никак нельзя. Сделали из стальных тросов. Наши умельцы предложили, и накинули на рубку, вот такую, как корзину. А эта корзина еще больше. Вот. Ну, ее там самому опытному, вроде так, замкомандира полка, полетел. Все, накинули ее и начали буксировать. Коли погода вгомонилася, човен без зайвих проблем відбуксували до Североморську. На жаль, тоді загинуло кілька десятків чоловік екіпажу атомоходу. Рятувальні операції траплялися нечасто. Головним завданням ескадрилі Валерія Соловйова був пошук іноземних підводних човнів. Як правило, розвідка визначалась з певним квадратом на воді, і вертолітники ретельно досліджували територію. Розвідка нам дає, що в цьому районі знаходиться Джордж Вашингтон, атомна лодка Сполучених Штатів Америки. І от ми виходимо в цей район, четверка зависає, чотири вертольоти отак в лінію, и 6 километров друг от друга. Их так, когда видно, когда не видно в одной линии. И потом 3-6 минут, в зависимости от гидрологических условий, осматривают штурман гидроакустической станции эту водную акваторию. Нет, перелетаем дальше, нет, перелетаем дальше, нет. И так 6-8-10 зависаний, приходит другая группа. Взяли лодку, контакт установлен, тогда начинаем за ней следить. Постоянно перелетают другими тактическими, тактически прямо разные поиски, мы их не будем углубляться. Вот. И следить начинаем. Сколько? Следили по суткам, следили больше, чем сутки. Но иногда они нас проверяли, тактику проверяли, поддавались. Вот. Иногда серьезно получалось, что мы следили, они не могли оторваться. А корабли находились в 8-минутной готовности к пуску до 30 ракет, каждая шестая ракета с атомным боезарядом по своим целям. В основном были авианосцы или ракетные крейсера. Головне завдання – не дати злетіти авіації можливого противника. І свої задачі по охороні рубежів своєї країни військові виконували сумлінно. Таких історій у Валерія Васильовича багато, але це тема наступної програми.